У нас третий сеанс астрального иглоукалывания. Погружайтесь внутрь себя. Время останавливается. Забывайтесь. Тишина вокруг. Джимбендргуду, джиндргуду, кэмба, джундргуду. Жизнь пролетает мгновенно, а нам важно сейчас ощутить эту силу вновь, познать, погрузиться. Слиться с ней. Джимбендергуду. Кэмба джундергуду кэбаджи дургуду джу. Ваша душа соединяется с энергией света. Только вы и энергия духа. Это сеанс соединения души вашей с пробуждающейся энергией духа в теле вашем, чтобы познать, приобрести опыт взаимодействия с данной силой, приобрести могущество, защищенность. Это удивительной энергии, которая в вас, в каждом человеке, но далеко не каждому человеку дается возможность познать данную силу, чтобы взаимодействовать с ней. Джимбендергуду, джиндергуду. Om
Гадантая Видмае Вакратундая Димаи Танно Данти Прачодая. Святуру вареньям Бхагавата Васидхимай Дхивна Прачудая. Чинь матер кдэ матер кдэ чу матер кдэ чинь джи джи матер кдэ дургу ду матер кдэ дургу чинь джи матер кдэ ду дургу ду матер кдэ ду матер кдэ чу ду тургу ту тургу ту дургу ту чу чинь джи кдэ тир кдэ матер кдэ чу патер кдэ чу ду ту матер кдэ чу дургу ту тургу ту тургу ту чинь джи матер кдэ ну матер дэндер кдэ дургу ду дургу ду матер кдэ дургу ду 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 матер кдэ чу матер кдэ чу дургу ду чинь джи чинь джи матер кдэ чинь джи дир кдэ Дерг до чун дургу дургу до дургу до дерга до дерга до ба дерга до чин до дерга до дерга до дерга до дума дерга до чун матерга до чун матерга до чин 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 до дума дерга до Оксана, проведенные сеансы астрального иглоукалывания уже помогли тебе познать могущество энергии Духа, пробужденного в теле в твоем. Сила воли и сила Духа различаются тем, что воля определяется самим человеком, его настойчивостью, стремлением и желанием, а сила Духа – это то, что находится свыше, но и искорка есть ее внутри нас. Джимбандергуду джиндергуду, камба джиндергуду джу. Силой воли можешь достигнуть, дойти до цели, но можно сломаться, споткнуться, разбиться, упасть. Силой духа же все преодолеешь. Время, трудности, обстоятельства, сложности, все препятствия, и непременно дойдешь до цели, непременно достигнешь ее. Обретешь мощь энергии Духа в теле в твоем, а душа познает смысл жизни твоей, и тогда спокойствие и благость на сердце обретешь. Познавая себя, познаешь свой дух и силу его. Так сожги за собой преграды, мосты, память прошлого, сбрось оковы и цепи с души. Ты свободна, как птица, лети, избавляешься от обыденности и жизненной серости. Ты летишь, ты паришь, ты свободна. Джембендергуду джундергуду. Взаимодействуешь с энергией духа, силой, пробудившейся в теле в твоем. Чимбада дерга ту дума дерга, чимбада дерга ту джимба дерга ту дура гаде де чин дерга ту, чимба дерга ту кутура та ту та дерга ту дурга ту те, чимба дерга ту дума дерга ту дурге, чин дерга ту тире ма дерга ту чу, чин дерга ту те мара те дерга ту, чимбара гаде ба дерга ту ду дерга ту ду, чин дерга ту ту тире ма те дерга ту ту те дерга ту те ба дерга ту ту те курга ба Чинтерга, тут только таграма тарага, тут чинтерга, тут чинбадерга, тут дарага, тут дарага, чинтерга, тут чинтерга, тарага, бабаре, тендерга, тут дарага, тут тендерга, тут дарага, 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 тут дарага,
Жизнь дурмада, жизнь дурмада, матера, когда чинда, когда матера, чубара, когда тенда, тура, тенда, тута, матера, когда тута, да как так матера? Чин дурака матера, чин матера, когда ту, чин бадера, когда чин бадера, когда чин бадера, когда чин дурд матера, когда ду, чин бадета, когда ту бадета, когда нам это ты, матера, когда усе чин бадета, когда ту матера, когда тенда, тура, когда матера, чундра, когда матера, когда чу. MG, Матера, когда лу. Тем MG, Дору, когда тенчи, тира, когда батачин. Чинто, когда Дору, когда Матера, когда чу. Тем Дору, когда Матера, когда чу. Эндемара, когда чу, дара, когда чу. Чу, да ду, джи, мэнда, чу, да бада, джи. Гара, чу, баджи, мэнда, джи, чу, мэнда, чу, мэнда, джи, мэнда, чу, джи, ка, сама. Чинкуа, кинкуа, райкун, чу, мэнда, эндеру, мэнда, Тундерамаджу. Тенда дурагада ду, темба дерага ду, матерага джу, матерага джу, темда дерага ду, дерага джу, темба чига, тега матерага джу, темба дерага джу, темба дерага джу. Очищение, избавление от патогенных энергий, от накопившихся заболеваний. Энергия духа, пробужденная в теле в твоем, пробивает заторы, блоки, восстанавливает правильную циркуляцию энергии. Это является основой восстановления здоровья человека и правильного функционирования всех органов и систем. Джембендергуду, кэмба джундергуду, джундергуду. Я сегодня тебя проведу тропою волхвов, тропою Велеса. Звенящая тишина, раннее утро, еле серый рассвет. Ты еще до конца не проснулась, но находишь в себе силы, встаешь, идешь. То ли сон, то ли явь, ты в лесу. Но кто-то ведет тебя, прислушайся к тихому голосу рядом, который зовет, направит, где надо подскажет, порой остановит, убережет. То ли явь, то ли сон, осторожно идешь. Шум ручья впереди, ощущается свежесть, прохлада, будто кто-то за руку ведет. Вот родник впереди. Вода чистая, свежая, в ней искорки света, животворящая вода, наполненная светом. Черпая ладонями, лицо свое омываешь, и душу свою ласкаешь, и пьешь, пьешь, ненасытную жажду души своей утоляешь, жажду к свету, к знаниям и к истинной вере. Душа просветляется, жизнь твоя изменяется. А теперь снова прислушайся к тихому голосу, который внутри. Он предупреждает, будь внимательна, осторожна. Порой в жизни нужно остановиться, замри. Слейся с утренней серостью, стань невидимой. Легкой дымкой, тенью леса. Впереди шум опасности, злобы, агрессии и человеческой нечисти. Но не подступит, не коснется тебя. Ты воздушная, чистая, светлая. И для темных людей неприступная. Там, где свет, там не может быть тьмы. Подойдут, обожгутся и сразу отступятся. А иначе погибнут, разрушатся. Там, где свет, там не может быть тьмы. Просветляешься. Джембендер гуду. Взаимодействие силы энергии духа, пробужденной в теле твоем. Пасчаду пададати пратиштхита вайстхабараха Пасчадева пратитиштхати Вахантир грынхати Та уттарата упададати
ओजसा एता वहन्ति रिपो गतिरिव आकूजतिरिव धावन्ति स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः मित्रस्य चर्षणे धृतश्चर्षणे धृतो मित्रस्य मित्रस्य चर्षणे धृतश्रवश्रवश्चर्षणे धृतो मित्रस्य मित्रस्य चर्षणे धृतश्रवः चर्षणे धृतश्रवश्रवश्चर्षणे धृतश्चर्षणे धृतश्रवो देवस्य देवस्य श्रवश्चर्षणे धृतश्चर्षणे धृतश्रवो देवस्य चर्षणे धृत इति चर्षणे सत्यम् चित्रश्रवस्तमम् चित्रश्रवस्तमगम् सत्यगम् सत्यम् चित्रश्रवस्तमम् चित्रश्रवस्तममिति चित्रश्रवः तमम् मित्रो जनान् जनान् मित्रो मित्रो जनान् यातयति यातयति जनान् मित्रो मित्रो जनान् यातयति जनान् यातयति यातयति जनान् जनान् यातयति प्रजानन् प्रजानन् यातयति जनान् जनान् यातयति प्रजानन् यातयति प्रजानन् प्रजानन् यातयति यातयति प्रजानन् मित्रो मित्रः प्रजानन् यातयति यातयति प्रजानन् मित्रः प्रजानन् मित्रो मित्रः प्रजानन् प्रजानन् मित्रो दाधार दाधार मित्रः प्रजानन् प्रजानन् मित्रो दाधार प्रजानन्निति प्रजानन् मित्रो दाधार दाधार मित्रो मित्रो दाधार पृथिवीम् पृथिवीम् दाधार मित्रो मित्रो दाधार पृथिवीम् कृष्टीर्कृष्टीर्मित्रो मित्रः कृष्टीरनिमिषा निमिषा कृष्टीर्मित्रो मित्रः कृष्टीरनिमिषा कृष्टीरनिमिषा निमिषा कृष्टीः कृष्टीरनिमिषाभ्यभ्यनिमिषा कृष्टीः कृष्टीरनिमिषाभि अनिमिषाभ्यभ्यनिमिषा निमिषाभिचष्टे चष्टे अभ्यनिमिषा निमिषाभिचष्टे अनिमिषेत्यनिमिषा अभिचष्टे चष्टे अभ्यभिचष्टे सत्याज सत्याज चष्टे अभ्यभिचष्टे सत्याज चष्टे सत्याज सत्याज चष्टे चष्टे सत्याज हव्यगुं हव्यगुं सत्याज चष्टे चष्टे सत्याज हव्यम् हव्यम् घृतवद्धृतवद्धव्यगुं हव्यम् घृतवद्विधेम विधेम घृतवद्धव्यगुं हव्यम् घृतवद्विधेम घृतवद्विधेम विधेम घृतवद्घृतवद्विधेम घृतवदिति घृतवत् गजाननम् भूत गणादि सेवितम् Оксана, у нас сегодня был третий сеанс пробуждения. Мы видели активную оздоровительную реакцию, которая происходила в вашем теле вследствие пробуждения энергии духа. Расскажите о ваших ощущениях и что изменилось после предыдущих двух проведенных сеансов.
Виктор Николаевич, еще раз хочу поблагодарить вас за сегодняшний сеанс, за то, что вы еще раз обратили внимание на меня. По сегодняшнему сеансу хочу сказать, что сила в самом начале уже сразу, мне кажется, начала воздействовать. Я ее прям почувствовала, как она таким, как вихрем, ну, мне так показалось, в солнечном сплетении организовывалась, потом спустилась в живот, и вот из живота у меня прям, знаете, такие вот ощущения, вот знаете, как, ну, как бы мы энергию скручиваем, ну, клубочек завязываем, вот у меня вот такое вот ощущение было. И вот именно с этого момента у меня уже там лежали руки и пошли движения. Последовательность не помню, потому что, ну, не запоминаю, потому что я уже с прошлых сеансов понимаю, что нужно как бы отойти на второй план, полностью довериться, отдать ей всю, как сказать, все бразды правления, все направление рук, и она уже сама именно в те места проходила, где, ну, как ей казалось важным. Но я почувствовала сегодня очень мощное лечение в позвоночнике, в бедро, нога, бедро. Вот у меня такое прям жжение немножко было. Позвонки хрустели, нога, коленка. Ну вот шейный позвонок, вот прям помню, тоже хруст был. В принципе, вот по всем этим же направлениям, которые у меня были. А, и дыхание. Я помню, что вот прям постукивание было. Вот именно вот в этом месте мне хотелось опять, чтобы все вышло, все, что там было. Мне казалось, что когда проходило постукивание, вот знаете, оттуда вот, ну, что-то последнее собирается со стенок. Вот такое ощущение было. И я должна была дышать, и чтобы все выходило. Если с учетом предыдущих сеансов, могу сказать, вот, например, по коленке. У меня было небольшое мероприятие, пришлось потанцевать. А немного, ну, были кое-какое такое все же напряжение на нее, и хруст остается, отечности такой сильной нет, ну, то есть ее вообще уже нет после тех сеансов. Просто после этого мероприятия был некий дискомфорт, но хруст есть, ну, продолжаю работать с этим. Позвоночник. С позвоночником лучше. Уже нету таких сильных болей при, ну, когда я встаю с кровати, либо когда долго засижусь, или когда положение не очень удобно. Но мне все равно намного лучше уже. Вот. По поводу дыхания, вот аллергия. У меня прошел сезон цветения, но сейчас все равно еще какие-то другие цветут травы. У меня нет сейчас уже покраснений, у меня нет заложенности, но я уже таблетки не употребляю давно. То есть аллергических таких реакций, которые у меня были раньше, вот даже у меня кот живет на шерсти было, у меня их нет. Голова. Кстати, у меня проблемы тоже были своего рода на, ну, температуру, когда понижается, либо повышается, или перед дождем были боли. Сейчас нету. Так вообще очень рада, что еще раз вот провели с вами сеанс. Прям настроение повышается, энергия бьет ключом. Поднимается желание еще больше сделать чего-то большего, нового, развить в себе, поднять этот потенциал работы с силой, своей энергией. Поэтому буду продолжать работать. Благодарю еще раз, благодарю.